Идет, да? Стоп! Стоп! А большой поднимать надо. Большим поднимай!
Ремонтно-строительный батальон занимается установлением бронетанковой техники, автомобильной техники, ракетно-артиллерийского вооружения, в том числе производит эвакуацию неисправной техники уже непосредственно на место, где проводится ремонт. Бронетанковая техника, соответственно, танки, БТРы, БМП-2, БМП-3, вот, ракетно-артиллерийское вооружение, самоходно-артиллерийские установки, то бишь 2С3, 2С19, гаубицы, то бишь буксируемые гаубицы тоже мы ремонтируем. Ну и, соответственно, то же самое, то, что в составе образца есть какие-то там, например, связь, устанавливаемая связь. Вооружение в составе образца тоже имеется, например, на танке, вот танковые пушки. Производим замену танковых пушек, стволов, ну и так далее, там подобное. Любая запчасть, которая выходит из строя в составе машины, мы в целом полностью можем все отремонтировать и поставить в строй для дальнейшей эксплуатации. Боевые товарищи наши на передовой выполняют боевые задачи, соответственно, техника там нужна, поэтому техника, которая приходит в ремонт, подлежит срочному восстановлению. Сначала мы ремонтируем технику, которая менее получается неисправно, то бишь там мелкие какие-то детали, соответственно, сразу их устраняем и ставим в строй. Более тяжелые, соответственно, получаем запчасти, двигателя, устанавливаем агрегаты. Здесь проверят все машины, чтобы машина была полностью готова к боевому применению, потому что там у ребят уже нет времени на все эти проверки. После ремонта обкатка машины – это обязательная процедура, потому что мы сначала здесь в тихих условиях, получается, проверяем ее, а уже потом отправляем машину для выполнения боевых действий. Проверяем и обкатки танков, и организованные технические возможности для осуществления деятельности по заправке, освидетельствованию и заправке баллонов вместимостью до 12 литров, углекислотных и воздушных. Удобство в перемещении, поскольку стационарный пункт находится в одном месте, для того, чтобы, когда танк приезжает своими неисправными баллонами, им нужно большое количество расстояния пройти для того, чтобы заправлять баллоны, а в передвижном пункте пункт сам перемещается к зоне большого скопления баллонов, соответственно, и там уже осуществляет свою деятельность, то есть ускоряет процесс. Ну вот без баллонов он что, он сдает на техническое обслуживание, он без них может работать, нет? Может работать, да. То есть он запускается также от аккумуляторов, но в некоторых случаях при неисправностях аккумулятора запуск происходит с помощью воздуха, который подается кислородным баллоном. Значит, на этой машине что у нас было повреждение? Кабельный узел, датчик ветра, датчик температуры. Меняли мы, значит, здесь нагнетатель, так как он был поврежден туром. Вот. Замена уже произведена, осталось немножко его собрать. Ну и по системе управления огнем тоже уже разобрались. Вот. В принципе, на данный момент все дефекты уже здесь.